Если в РДР 2 сожрать 76 шоколадок и попить 99 бутылок самогона, то Артур превратится в жирного пончика. Но раз игра настолько реалистичная, похудеет ли он, если пробежать всю карту? Я начал наш забег в Сан-Дени и иногда делал паузы, так как у нашего пухлика кружила голова. И еще у него одышка. И в эти моменты я пичкал его лошадиными дозами энергетиков. Спустя 2 часа реального времени я наконец-то дошел до конца карты. И смотрим на результат. Он реально похудел. Блин, эта игра сумасшедшая.